Всем доброе-доброе утро, моя рукожопенькая доченька сделала тортилюс на тортилюс. Тут сразу два именинника, и Викуля, и Тима, папа Вики. Ой, какая красота, вы не поверите. Она мне его не дает удачу, есть. Удачу, море и море удачи, понятно? Ой, как классно. Вообще. Ну а что, а мы сейчас будем что делать? Готовить. Готовим, пока не... Сготовим. Да. Ну, теперь я покажусь. Доброе-доброе утро, мои дорогие. Ой. Шумно, главное, ну что же. Я сегодня тут ночевала, говорю, нет, я домой поеду сегодня. А завтра мне привезут Вику. Лечиться дальше. Сидеть не будем, что у тебя будет. Кого? Сейчас она лечится, говорит, давайте я расчешу. Нет, я мама. Ну, я уже привыкла к своей, да, там я пока встану, тем более я работаю всегда в ночь. Пока встану, пока кофе попью, пока туда загружу, пока сюда загружу. А тут надо, ну, сегодня, сейчас будем готовить. Анютка уже торт сделала, да, доченька? Угу. Надо и готовить. Хватит. Все? Я могу ехать домой? Да. Посмотрела и поехала? Да. Я, по-моему, сам могу сейчас отключить. Ну, а мы поедем лечиться домой. Ну, завтра, я говорю, я хоть дела сделаю. Ну, что, я сейчас приеду. Там у меня же и кошки. Я на сегодня работаю, надо и кормить, и собака. Хотела завтра уехать, нет. Хотя бы проснуться на своем месте. Все равно тяжело, ну, хоть и у дочки, но все-таки спать хорошо у себя. При любом случае. Ой, по кофейку. Ты тоже будешь видео записывать? А, она сейчас будет распаковывать. Распаковочка, чек. Нет, не надо. Это все будет на моем канале. Вот ты себя снимай. Вот так. Вот так. Не дают, не дают делать. Всем доброе-доброе утро. Как я вся в болячках. Меня кто-то потаскал, что ли? Взять и пройду. В общем, водички газированные. Как раз. Почем? Не помню. Ну ладно. Водички газированные. А, тут же чек-то не кидает, они все приложили. Молочко 63 рубля. Яички. Яйца 129. Майонез 109. Чего? Нажми там на кнопочку. Хлеб, как жалоба. Вот хлеб купил, тот хлеб, этот хлеб. А маленький-то куда накупил? Для чего? Себе вообще. А вчера... Ничего. А ты меня будешь кормить? Нет. Ты мне обещал бутерброд, мне надо таблетку купить. И картошку. Точно. Ты вчера всю мою картошку съела? Я все съела вчера. Да. Огромную карту. Ну, в общем, все, что начистили, я там насажала. Сейчас надо поставить посуду мой. Давай, дай мне, я тогда можешь себе бутерброд. Иди, доставай хлеб там, и это так. Спасибо. Сейчас я перекушу, и таблетки мне надо тоже выпить. Да. Потому что надо уже все делать, мне еще надо в зале убирать. Сегодня я опять трачусь. Тимофей, чтобы не забыл, попробуй, мне интересно, микрофон-то должен прийти. Если он заедет. Я просила. Ну-ка, поедь за бабушку, дедушка. Там снова. Ой, ну все. Давайте сейчас. Пошли. Ну, сейчас перекусим. Ой, господи, сил-то нет. Доченька, чего мне икрой меня кормит? Сказала, мама, ешь сколько хочешь. Сколько влезет. Вчера даже попробовать не буду. Все спрашивают, вот почему они ваш шум, но с другой стороны, они семья, они живут. Они не могут ходить в тишине, она снимает видео, она не может, да, ну как бы, дела надо делать. Понятно, прекрасно это понимаешь. Почему так, почему? Потому что... Это жизнь, ребят. К
сожалению, шум – это наша жизнь. Костя, а вы масло-то намазываете? Намазываете. Мы намазываем. Вы накладываете, а не намазываете. Ты мне какое подзадание сейчас дашь? Не знаю. Что она сделала, не знает. Салат еще рано резать. Можно колбасу и это, ну, или что там, у тебя бекон, и в тарелке, да, пока? Пойдите. Вот ты вчера все сделала. Ну, ты почули. А ты там с луком будешь делать их? Да. А лук есть? Зарезанный? Нет. И давай чесноком. И надо что-то покушать. И таблетки. И таблетки пить, и бабушка сейчас будет. Мама выпила таблетку. Мам. На голодный желудочек не надо. Гости к ней придут. Что, сейчас только гостей придут? Сколько бабушек с дедушками только? Ну, я уж помню. Только на маску. Слушай, нормальные. Ну, он спросил маму. Ну, ты болеешь, давай блюдечки положи. Отдельно. Во что я положу? Все-таки нет. Очень хорошо. Мартин начинает. Слушай, это надо... Мартин, тебе это... Нормальный шаг. Можно. Ну, ты не тянула. Я докушаю шумно. Там Аннушка снимает видео. Режет салат. Какой? По Маше. Ой, ну, на креветке. Ну, какая разница, все равно это... Тарталетки. Я тебя снимаю, вижу. Тебя все видят. Викуля кушает что? Огуречек. Викуля еще не расчесана, мы ее не показываем. Ну, да, мне осталось... А мне остался Арчи, который от меня не отходит. И лук. Как всегда, я ж накрасила глаза-то. Тимофею пол достался мыть. Теще лук резать. И капли сходить. Капли сходить, да? А мы такие две золушки здесь сегодня. Да, Тимофей? Ну, не слышит, он через уши. Я мелко режу, да, на шампиньон? Да. Давай. Надо было через терку. Да. Правильно я делаю, да? Да. Ухвалите меня, госпожа. Так, пошла я за солью, за пар. Прогуляюсь по всей Петербурге и вернусь. К соседям сходи, вернется она. Что деньги-то тратить, да? А у вас случайно курица, нет? А у вас, Саня, а у вас случайно водички нет? А то курица дома закончилась. Можно я проверю вашу родину? Салю. Сейчас я буду... Перчу. Добавляю туда укропчика. Мне еще дали задание шампиньоны. Попки все? Вырезать, выдирать. Хорошенько перемешать. Вот две Золушки. Тимофей и Наташа. И теща. А я? А ты начальника. А ты командуешь. Смотри, что я сделала. Я это первый раз вижу такой тёлки. Мы вообще не знаем, как угодить. Сейчас всех гоняет.
схватились, с испугу за тряпку схватили, да, за шалуш схватились. А шалушка встала. Вы говорите, кому же тяжело. У нас есть семья. Будь на юге, ты тише воды, ниже травы. По расписанию воду будете заходить. Да. Свисток. Она сказала, свисток с собой возьмем. Это точно ли я буду? И смотрите. А ты расчесалась? Намазываю. Тарталетку. Вот доченька к тебе. Данным. Я доченька тебе. Вот этот. Вон, слышите как? Услышал, как ее голос. И выкладываю две тарталетки. Сразу за швабру хватается. Да. Это мне съесть, что ли? Пробуй. Ой, меня угостили. Больше не дам. Ой, какая красивая. А я будет по-другому. Ты что там делаешь? Ты ешь или любуешься? А дай креветку. Маленькую. По три креветки в воде. Если сейчас останется, будем по три класть. Ну, так. А у Вики банка. Дай мне карту твою. Это Вика сама сделала. Первый раз. На, первый раз. Все девочки, мальчики работают. Давай. На. Клади побольше. Сейчас я шампиньоны. Возьми пока эти мой, да? Ну как тебе, мам, сочетание? Да. Капуста. Помощник. Нет, у меня сейчас три. Я придумала, давай их посудомоечной машинке намоем. Да, а кстати, кто-то где-то, или ты мне рассказывал, кто-то, ну, видел овощи в посудомоечной машинке. Моют. Да. Если много овощей, посуду. Еще кроссовки стираю. Посудомоечную. Ну ладно, овощи, а кроссовки. Ну нет, кто-то в одном тазике, допустим. И посуду, и попоны от кошек кошачьи замачивают от кошек в одном тазике. Сначала попоны, потом посуду. Ну что, пошла я мыть. Не дает она мне посуду, мы уже заняты, говорит, мой руками. Тук нами командует. Подай, принеси. Он даже еду выпрашивает. Можно они съесть или нельзя? А вы думали, что все так легко? Все легко, что ли, так? Нам приходится все выпрашивать. Очень. Мы не знаем, что это такое. Кто? Тимус, я тебя попросила. Где вы делали? Где? Я тебя попросила белье разобрать. Разобрала. Который висит на сушилке. Сушилку убрать. Я сделала просто. Ой, вот и Миша тоже все время белье разбирает. Это кстати. Я взяла. Режу на шампиньоны, потом лук туда, на сыр, наверное. Вот такое утро в семье. Ну, это и надо, друг другу надо помогать. А я думал, 500-398. Еще у нас бабушка холодец привезет. Ну, вот Тимофей поедет за ней. Холодец, рыбки. Все, я порезала. Шампиньоны намыла, лук. Нарезала, а потом пусть готовит, как не приготовит. Готовы уже тарталеточки. Это сейчас я покажу. Ой, уже на тарелочку. Все готовится. Курочка ждет своего часа. Красота же. Что у нас там на улице? Сегодня, кстати, солнышко. Ой, а я пошла делать дальше дела. Заставляет меня дочь, заставляет. Кажется.
картошка уже готова, начищена. Овощи на салат. Апельсинчиков порежем. Виноград куда-то она уже убрала. Выпьем. Блин, он говорит, луку много накрошил. Я говорю, давай обжарим. Ну да, да. Шампиньончики уже в ходу. Там нету это. Нету. Что там, Анюта, все идет? Ножки, да, курицы? А это ножки, что? Сыр, майонез, соль. А перец. Вот это и что? Лука нету. Сыр. Вон он, видишь, лук-то весь еще. О, заставила меня доченька натирать серебро. Красивый какой наборчик-то. Давай, мать говорит, чтоб ни одной не было боросинки, ворсинки. И ничего не было. Да нет у меня ничего, нету. Вот как, ох. Отмыть сначала, ну, намыть, натереть, вот как он. Вот что делается-то. Тут, видать, уже что-то натираем, пока не натрем. Сейчас сколько всяких средств, да, можно натирать. Чем угодно. И салфетки, которые ворс не доставляют. И одноразовая бумага. Вот, прям вот отлично. Вот эти, ну как. И будем резать нарезки. Уже вон апельсинчики. Мандаринчики. Ну, они все блестящие. Просто намыл и вытираю. То жарко у них, то холодно, когда откроешь. Ну, вроде для меня нормально. Но переоделся сюда. Брючки. Кофточку. Викусь что-то глаз покраснел. Сейчас опять забираю ее, буду будем сидеть. Только единственное, что там Яна дома. Во вторник мне в поликлинику. Выпишусь. Ну и все. Пошлите нарезать мясо, апельсины. А я говорю, давай мандаринов. А что-то мандарины такие нехорошие были. Ну, еще неизвестно, какие они. И, конечно, апельсин. Но апельсин вроде получше. Мы прямо на тарелочки нарежем. А так-то виноград Анюту купим. Пошлите резать ножик. О! Так. Ань, ну как она вот на это большое блюдо апельсин? А, вот на листья. Что съестся за 3 минуты, все готовится за три дня. Сейчас пока 2, а потом посмотрим. Я, мне, кстати, апельсинку нельзя. Я как-то все покупала апельсины и сожрала. На следующий день щеки красные. На это, да, имеем мандарин. На этот,
я вот делаю так. Это сейчас уберу. А когда ты его нарежешь, просто вот кошечку. И опять венчик будет чистый. А кому не понравится кошечка, кожа, скажет, человек, а не подбегает. Раз, быстренько. Да, всех накормит. Еще бы тоненько порезать. В общем, режем тоненько. Чтобы хватило всем. Режем, пока не пойдет, а то мне... Ой, две или три? Две, похватит. Режем, болтаем. Ого, как поставим, хватит. Да, ой, какой, а как красиво. Ну, как красиво-то. Чесночок. Тарелка с апельсинами у нас готова. Ой, у нас чешется. К чему бы это? Аннушка уже раскладывает на леску. Сейчас я буду резать мясо, щековину. Апельсин уже кусок держит. Апельсины очень вкусные. Не видите, пока дочь не видит, я их... А то сейчас будет, да, Аня? А за вами зажди, не следить. Угу. Столом, потому что быть здесь не будете. Что вы сейчас надо здесь? Потом мы без стола ставим. Возьми самому, смотри, сколько хочешь. Ёж, что ктулка? Куда ты? Отчего? На сколько человек? 10 или 12? 12 или 13. Покажи им по кусочку. На 13 кусочков порезать? Давай, хватит. Много народу-то много. Нет, торта меньше останется. Все, 13 вот кусочков. Ну ладно, 14, 7 сюда. Ну, чтобы ровно было. 7 тут на другую тарелку, да? Мам, порежь побольше-то. Ну, еще грудинка будет. Интересно. Щековина, где голова, не знаю. Чего? Ань, вот сюда еще надо. О, с таким нарубаешь, у меня поменьше. Получается. То же самое. Ну, вот это.
А что это должна они делать? Кого? Стол тащить, а мы снимать. Вообще они должны лежать. А где он такой разряженный?